В Ульяновске между общественной палатой и региональными отделениями политических партий было подписано соглашение об обеспечении участия последних в наблюдении за проведением выборов. Документ предусматривает обмен опытом, обучение, совместное обсуждение методик, а также взаимные консультации. Главная задача – обеспечить легитимность и прозрачность выборов. Сегодня у нас в нашем регионе изъявили желание подписать такое соглашение 5 партий, допущенных к сентябрьским выборам. Нужно подчеркнуть, что соглашение это открытое, и до начала выборов к нему может присоединиться любая партия. В подписании соглашения приняли участие 5 партий. «Единая Россия», «Коммунисты России», «Справедливая Россия», «Патриоты за правду», «Либерально-демократическая партия России» и «Новые люди». Наблюдатели от партии будут работать совместно с общественниками, следить за честностью выборов и разрешать спорные вопросы. Я считаю, что у всех наблюдателей, независимо от того, кем они направлены, задача одна – это обеспечить прозрачность и легитимность выборов для того, чтобы результаты, которые будут получены в результате голосования, ни у кого не вызывали сомнений. Традиционно подобные соглашения подписывают перед каждыми выборами. Напомним, что в этом году жители региона будут выбирать депутатов в законодательное собрание Ульяновской области и в местные органы муниципальной власти. Голосование пройдет в трехдневном режиме с 8 по 10 сентября. Кирилл Савосин, Герман Баранов, УПРАВДА ТВ.